Хочу посмотреть, что там. Реактивные двигатели на максимум. Вперед! Вкусите победу! У меня, кстати, в последнее время все больше и больше попадаются противники, которые тебе очередь зажимают сразу в голову. То есть ты не успеваешь даже сказать буковку А, а ты уже дохло лежишь. Неважно, какая на тебе броня. Вот и думай, откуда такие у людей возможности по стрельбе. Оружие это говно. Здесь есть модификация. Турбозарядник. Чермаё. Здесь корпусный щит. Первого уровня. Внимание. Первый раунд. Блин. Здесь хаос. Новый лидер по убийствам. Если увидите его, кричите. Здесь увеличенный легкий магазин. Второго уровня. Можно оружие посексуальней? У нас преимущество. Мы внутри кольца. Или хотя бы переключалочку для ящички. Я и так с этим говном бегаю. Переключатель режимов. Всеотец не спаслал нам победу и жизнь. Здесь есть модификация. Во. Переключатель режимов. Спасибо. Благодарность — это благой дар. Теперь можно идти в бой. Патронов-то не осталось нихера. Здесь хорош. Подзаряжу щиты. Секунду, надо подлечиться. Нужно мгновение, чтобы... Залечиваю раны. Мы уже в кольце. Может, ладно, побегаю кругами, так для себя. Неважно. Я нашел патроны для дробовика. А я так не понял, ничего, здесь не успели залутаться, что здесь все закрыто-то? Оп-оп, хорош. Внимание, здесь А-301. Мне нужны тяжелые боеприпасы. Припасы? Шикарно! Здесь питфайр. Принято. Здесь увеличенный тяжелый магазин. Первого уровня. Здесь увеличенный легкий магазин. Второго уровня. Нифига. Сейчас еще аэродропчик упадет.
стабилизатор. Второго уровня. Хорошо для дальнего боя. Как думаете, что тут? Можно уже, в принципе, валить отсюда. Там он зипка протянута. Там враг. Там плохие ребята. Эй, рядом там враг. Эти неприятели. По мне стреляют. Там кого-то видно. Перезаряжаю. Вражеский скульптор. Сканирую. Перезаряжаю. Вырубит. Новый лидер по убийству. Не добежал, чувак. Это ненадолго. Не, я хотел его убить. Пленных не берем. Я нашла здесь увеличенный энергетический магазин. Третьего уровня. Здесь R-301. Спасибочки. Боги благословят нас обоих. Дайте мне время. Перезаряжу щиты. Мне нужны тяжелые боеприпасы. Залечиваю раны. Место вот этого лучше возьму. Мне нужны тяжелые боеприпасы. И здесь тяжелые. Здесь тяжелые боеприпасы. Спасибо. Боги благословят нас обоих. Так, а вообще, кстати, сколько у меня этих 5? Здесь увеличенный тяжелый магазин. Второго уровня. Пополняем боеприпасы. Обнаружен враг. Принято. Но они сейчас сюда пойдут, 45 секунд осталось. А могут они в обход и через пещеру пойти? Да ё-моё, залезь. Вкусите победу, ибо сегодня вся отец улыбнулся нам. Да не, скорее всего, в обход пошли. Пойдемте сюда. Да, там не видно никого.
Нормально, у меня сейчас ящики эти было не видно. Только сейчас появились. На той стороне херачатся ребятки. Четыре отряда. Считай, я ничего не говорила. Мне кажется, уже кто-то по любасу в зоне поджидает. Мира, там кто-то есть, далеко. Замечен враг. Оп. Бросай дуговую звезду. Перезарь. Бросай зажигательную. Дуговая звезда. Бросаю дуговую звезду. Добил? Добил. Два отряда осталось. Остался последний отряд. Это все, что мне нужно. Хотя нет. Обойма есть? Кольцо нет, обойма нет. Через 30 секунд. Нужно мгновение, чтобы подлечиться. У этой сучки, наверное, будет. Нет, нету. Нас сейчас будут встречать. Кольцо под боком. Осталось 10 секунд. Все, отец не спасла нам победу и жизнь. Да ё-мо, чё никого обоймы-то нет? О, чё за глюк? Хорош. Кольцо закрывается. Судьбу, но сейчас лучше не тормозить. Я вижу припасы. Наверняка там ценные детали. Было бы лучше бы видно, где еще последние ребята остались. Хотя, если опять они, суки, на выстрел не прибежали, возможно, остался неполный сквад. А там, конечно, хер его знает. Здесь еще, сука, полно места, где зашкериться можно. Нужно мгновение, чтобы подлечиться. Благослови мой взор. Нету никого. Они, скорее всего, на этих, на озерах. Или на стоках. Здесь аккумулятор щита. Очень странно. Мальчик мой, ты где? Сканируем. Давайте-ка разведаем. Кукусики. Принято. Здесь недавно кто-то проходил. Оба! Поблизости враг! Подзаряжу щиты! Размечаю! Бросаю батут! Аки! Сюда! Дымовая пошла! Передислоцируюсь! Меня заметили! Перезаряжаю. Враг, щиты заряжу и готов. Получила урон. Рядом враг. Вот и все. Хорош.
Фух. Расчлененочка. Кому еще навалять? Да уж, операция разыграна как по нотам. Хорошо сыграли. Хорошо сыграли. Слабости на